Всем привет! Всем привет! Это прямой эфир. Прямой эфир. Закрытие сессии 4. 22.10. 10.10. И мы с вами сейчас отправим сообщение, что мы в прямом эфире. И открыто начнем взаимодействовать с вами. Все в прямой эфир. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Я надеюсь, это видео, которое сегодня вы посмотрели, вдохновило вас идеями и задачами, которые я для вас приготовил. На этом прям вот хочется сказать, что ух, каждый раз бы такие задания, каждый раз бы что-то новое, каждый раз бы что-то особенное. Спасибо вам за ваши селфи, прям класс. Друзья, продолжаем селфиться. Селфи в наш общий чат. Запускаем туда улыбки, сделаем флешмоб. Поборем все негативные эмоции нашими селфи. Привет, друзья, прям фотоемся себя в селфи, делаем селфи. Та-дыц, фотографируем и все, погнали. Вот прям в наш чат, чтобы он прям заискрился вашими улыбками. Вот, классно, классно, сердечки, поехали. Ведь на самом деле, что бы ни происходило, что бы ни случилось завтра, послезавтра, через месяц, сейчас, в данный момент, здесь, в 22.12 московского времени, мы с вами живы, мы с вами здоровы, и это дает нам все надежды, все силы для того, чтобы радоваться текущему дню. И мы это будем делать, доказывая свою силу, здоровье, не пофигизм, а здравый оптимизм, что вам непонятно, что бы вы хотели изменить. Есть ли какие-то сейчас вопросы, которые вызывают в вас эмоции, непонятно, что происходит, какая-то задача или что-то еще. Обучение – это не про грусть, не про перегруз. Обучение – это про удовольствие. Мы все всегда должны получать удовольствие в нашей жизни. Окей, пока вопросов не вижу, поехали по ходу. Прямо будем по ходу разбираться. Итак, еще раз напоминаю, что у вас экватор. Очень классно. Первое задание – мотивация. Я в рабочей тетради, которую сейчас доделываю, чтобы вам ее выложить, откалибрую. Первым заданием будет у вас мотивация. Что меня мотивирует? Что меня мотивирует в жизни? Что меня мотивирует в отношениях? Что меня мотивирует в работе? Что меня мотивирует? И очень еще интересный вопрос. Напишите, что вас демотивирует. Вот это, кстати, тоже очень важный вопрос. Мотивация и демотивация. Дальше. Я вам положил, этого нет в презентации, в видео, но я вам положил в рабочую тетрадку задачу. Эта задача называется «Сигналы тревоги». Я добавлю к ней микроописание, чтобы вам было понятно, что такое сигналы тревоги. Это когда жизнь дает вам какие-то импульсы, дает вам какие-то эмоции, дает вам какие-то сигналы к тому, что, дружок, что-то не так. И, возможно, мы на это просто не обращаем внимания. Но нам нужно об этом запариться, задуматься и прореагировать. Поэтому вот поработайте с этой интересной штукой. Дальше. Здоровье. Мечтать. И, конечно, 100 желаний. Прям вот заморочитесь. Сделайте. Подарите себе это удовольствие. Представляете, у вас есть возможность сейчас 100 желаний своих написать. И это настолько круто. Это прям вот открывает все возможности. Перед тем, как написать 100 желаний, клубничка в шоколаде для тех, кому нужно просто отбросить все ограничения. Плюс лотерейка, где я вам там задал несколько вопросов, таких как, например, если бы перед вами вообще не стояла задача с деньгами, то есть какие бы деньги у вас, сколько бы вот вам, ну, столько денег, сколько нужно, выиграйте в эту виртуальную лотерею столько, сколько хотите. И представьте, что вы решили навсегда задачу с деньгами. Что бы вы делали? Чем бы вы занимались? Что бы вы начали претворять жизнь? Чем бы заниматься? И так далее, так далее, так далее. Вот. Отлично, отличные вопросы. Есть цель, есть понимание, куда двигаться, но цели не достигнуты, работы в данной... Это вот хорошо. В рамках нашего курса вы все это обсудите. Итак, 100 желаний. Я вам дам вот написано такие вопросы. Что есть? Что бы вы хотели съесть? Что бы вы хотели иметь?
Где, что бы вы хотели попробовать, с кем бы повстречаться, какое бы необычное приключение романтическое бы вы хотели провести, какое место в жизни, в мире хотели бы посетить, неважно. Все, что вы хотите в своей жизни сделать. И вот там у вас есть шаблончик для этой работы. Поэтому пофантазируйте прям, как вот вам нужно перебороть 20, перебороть 40, то есть заставить себя, а дальше чакры откроются и идеи понесутся. Так, дальше. Улыбки. Ну, с улыбками, слава богу, все нормально. Я вижу, как наш чат расцветает вашими прекрасными улыбками. 4 фазы, основные изменения. Я вам дал табличку. Поработайте с ней с точки зрения того, что нужно. Где вы сейчас находитесь? Незамечание проблемы. Я делаю вид, что все хорошо. Не-не-не, это не про меня там. Это где-то там. Отрицание. У меня, вы что, у меня все вообще прекрасно, это не про меня. Сопротивление. Нет, не надо мне ваши курсы. Нет, мне ничего не надо. Вот прям вот размышление. Вот когда вы все это подумали, вы остались один наедине с собой, вы задумались, так, слушай, ну если мне эти говорят, вчера позвонил своим друзьям, написал совет директоров. Они говорят, какой же вот эти черты, на них надо обратить внимание. Окей, хорошо, задумаюсь. Потом я стану открытым. Я открою свой мир для того, чтобы новая информация пришла ко мне. Для того, чтобы я что-то узнал особо из этого мира. Потом появляется момент затягивания. Да, я знаю, но все же мне не хочется. Мне вот как-то и так хорошо, мне и с этим в порядке. Вот мне и вот как бы вот это тоже важно. Потом, ну, вы начнете готовиться на старте и действовать. Поэтому вот действуем. Важный момент про энергию. Рисуем диаграмму 4, я вам ее в приложении положил. Отмечайте первый вариант, уровень, где вы сейчас, и второй, как вы хотите оказаться, и подумайте, как за счет чего это все сдвинуть. Дальше полениться, если нужно. Одобрение. Мы на старте нашего дня поговорили об одобрении другими, других нас в целом. Подумайте, как это может повлиять на вашу жизнь. А сегодня главную мысль дня мы пишем, а потом снимаем селфи. Итак, ставите, делайте следующим образом. Вот, например, включаете видео, направляете на себя и говорите: «О, всем привет! Сегодня 18 марта. Главной идеей было у меня то, что я сегодня рассказывал про персональный бренд. Ура, супер, это было классно. Потому что сегодня 18 марта, и я действительно рад. И главной идеей то, что было сегодня». Третий раз попытка. Сегодня 18 марта, с первого раза ни у кого не получится. Сегодня 18 марта, и я действительно, главная идея моя в том, что я выступил про персональный бренд. Потом берете и начинаете смотреть. Так, что тут у меня? 18 марта, с первого раза ни у кого не получится. Сегодня 18 марта, и я действительно, главная идея моя в том, что я выступил. И прямо с телефона под свою страницу, под приложение своей задачи. Сегодня я жду от вас выложенный видео формат отчета «Главная мысль дня». Я хочу посмотреть о том, как вы думаете, что вы думаете и как вы размышляете на видео. Это очень классная практика. Дальше, самостоятельная работа. О, это прекрасное упражнение. Оно волшебное и переносит вас в абсолютно новый мир. Представьте, что прошло 10 лет. В презентации говорится о 15 января. Неважно, какая дата. Сегодня 18 марта. Через 10 лет. 18 марта 2030 года. Где же я окажусь? Что же я буду? Вот. Я пришел в кинотеатр. Погас свет. Зашумела музыка. Зашумел проектор. На экран появилось изображение. И там вы. Там именно вы. Но удивительная жизнь заключается в том, что тот вы зависит от того, который вы сейчас, от ваших первых мыслей, действий, от того, что вы сейчас делаете для того, чтобы туда, вперед пробраться в это состояние. От мыслей от ваших. Посмотрите вокруг, смотрите этот фильм с удовольствием, смотрите фильм о себе через 10 лет. Кто вас окружает? А это значит те люди, с которыми вы сейчас начнете общаться. Кто у вас, какие у вас там виды и все остальное. Все зависит от вас сегодня, именно потому, что вы сегодня сможете сделать свое завтра. Посмотрите это кино.
прочувствуйте этот супер энергию, которую даст вам свое представление о себе. Итак, вы, ваша семья, ваша жизнь, работа или бизнес, близкие люди, ваше время, чем вы еще бы хотели заниматься. Ну, собственно говоря, вот самые главные задачи сегодняшнего дня. Я надеюсь, что вам все понятно. Если нет, пожалуйста, напишите сейчас несколько вопросов. Я посмотрю, кто у нас есть в эфире. Кто-нибудь, может, хочет рассказать о своих интересных переживаниях. Кто, может быть, Ольга. Вот я вижу, Ольга ZZZ4Z. Если вам интересно, поделитесь с вами. Или Ольга Данилова, пожалуйста. Рома Паткин. Если кто готов сейчас с нами поделиться своими эмоциями. Тея Басария, привет. Виктор Шакурин, кто из вас хочет рассказать о том, что у вас происходит, как идет ваше продвижение, с какой скоростью вы движетесь? Пожалуйста, друзья, буду очень рад вам, как бы, чтобы вы рассказали сейчас в нашем эфире. А пока подумайте над вопросами, над теми вопросами, которые вы хотели бы мне задать в отношении нашего сегодняшнего курса. Если вам все понятно, и вы уже в 22:30 не совсем готовы показывать себя всей оставшейся нашей аудитории в интернете, тогда я хочу вам пожелать всего самого хорошего. Я хочу сказать вам, что вы молодцы. И что первая чистка сегодня прошла. Мы убрали всех тех, кто в нашей группе зарегистрировался, но у кого нет страниц. Мы завтра утром уберем всех тех, у кого есть страницы, но нет ни одного задания. И к вечеру, перед началом курса, мы уберем всех тех, у которых есть задание только одного дня. Соответственно, группа сжимается, в ней остаются самые целеустремленные, самые интересные люди, самые желающие действительно по-настоящему получить от себя, вот от этого занятия что-то особенное. Денис Артамонов, вижу, спасибо. Если ты готов поделиться своими инсайтами, пожалуйста, буду очень рад. Жду от Ольги Даниловой вызов. Если Ольга примет его сейчас, мы посмотрим. А вы молодцы. Просто вот действительно по-настоящему молодцы. Потому что дойти уже до четвертого дня – это большой уровень. Но я знаю, что не все выполняют задания. Сконцентрируйтесь. Выполнять задания – это важно. Это, по большому счету, самое главное, что можно сделать. Так. Так, кто тут у нас еще есть? Давайте посмотрим, кто у нас еще есть. Так, Ольга. Давайте, мне очень хочется просто поговорить с кем-нибудь, чтобы посмотреть, как вы могли бы поделиться своими эмоциями. Всегда важно рассказывать о себе, что вы чувствуете, что у вас происходит, какие у вас идеи. Так, мне никто не отвечает, слышу только лайки. О, я тоже готова. Ольга, готова, отлично. Сейчас, Оля, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Да, как у вас проходит работа над заданиями? Ну, я уже делилась, да, что у меня было очень много открытий, было много сопротивления. То есть, сложные вопросы, да, как бы сесть, подумать и ответить себе, и увидеть какие-то, вещи сложные, наверное, для меня, или там очевидные, не хотелось мне их подтверждать, и там болезненные где-то, да, то есть какие-то свои эмоции, какие-то свои переживания доставать и проживать их еще раз. Было сложновато. Еще я тоже писала, уже делилась с вами, что когда я открывала первое время, смотрела, думаю, как люди делают все, как классно, да, как у них там все это получается, а я притормаживаю, это тоже вызывало некое сопротивление, то есть сравнение себя с другими, да. А потом как-то сегодня я себя поймала на том, что так, ни с кем не сравниваю, давай делаю что, как в своем темпе, как у меня получится, как значит, я считаю, наверное, нужным, и вот это тоже было, это прошло, и поэтому я сделала два дня сразу, да. Третий день. Я, конечно, немножко отстающий человек, но все-таки я смотрю на всех остальных и, в общем, тоже стремлюсь. И делаю в своем, наверное, темпе и с тем, как идет. Не, знаете, как бы без каких-то оценок и без
ну, наоборот, подбадривая себя и говоря, что надо идти вперед, то есть надо это сделать. Ну, вот, наверное, такие осознания. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Сил вам. Желание продолжать и дойти до финиша. Спасибо. Да, всем, всем доброй ночи и, в общем, продолжения. Спасибо. Хорошего. Так, сейчас мы еще, у нас Ольга Данилова написала, что она готова. Очень интересно послушать. Так, сейчас мы доберемся. Оля, здрасте. Жду, вот вам отправил приглашение. Так, жду сейчас, что у нас там когда... О, сердечки! Давайте всем нашим замечательным спикерам, которые готовы с нами поделиться своими эмоциями. Это очень важно. Оля, здравствуйте! Да, здравствуйте! Ну, как у вас идет работа? Ну, работа с заданиями у меня идет не очень хорошо, но я хотела... Я так понимаю, нужно поделиться, как и оказалось, что я ощущаю здесь, да? Да, конечно, да. Я могу сказать, постараюсь коротко уложить, что я оказалась, ну, наверное, случайно, но ничего случайно не бывает. Я увидела в Инстаграме прямой эфир с Надеей Черкасовой и, в общем-то, решила подключиться, послушать, потому что это, ну, топ-менеджер, наш руководитель, да, в банке. Мне стало интересно, и вот как бы появилась энергия от этого интервью, ну, вот от этого эфира, честно скажу, потом у меня упало вот это уведомление, что набирается эта группа. В общем-то, я подписалась. Честно скажу, я все записываю, подключаюсь к каждому эфиру без опозданий, даже задания делаю. Но для меня немножко непривычно это выкладывать все на страничку, честно скажу. Поэтому вот как бы у меня задание есть, но я уже понимаю, что если я завтра не выложу, то меня отчислят, да? Ну, смотрите, если там у вас настолько интимные вещи и настолько для вас это пока невозможно, вы какие-то вещи там покажите, что вы работаете. Для нас важно, что вы выполняете, да. И это самое главное. Мне очень важно, чтобы вы проживали свои задания. Не столько мы, конечно же, прочитываем выборочно. А я потом, когда группа заканчивается, я смотрю динамику изменения человека, как вот он приходил, что писал в первый пост, а потом что дальше, что в конце. Вот мне это очень интересно. Вот, касательно моих ощущений. Ну, могу сказать честно, что для меня это вообще непривычный формат. Я первый раз в жизни вот так подключилась, ну, то есть как бы скрывать не буду. Для меня это абсолютно новый опыт. Но могу сказать, что очень интересно и на самом деле, честно скажу, заряжает. То есть вот надо сесть, ну, наверное, действительно качественно доработать все эти задания и выложить их. Вот для меня больше, ну, наверное, такое... Как сказать? Ну, я повторюсь, для меня это абсолютно новый формат, поэтому, ну... Сейчас сделаю, выложу эти фотографии. Оля, спасибо вам большое. У нас, смотрите, мы здесь задача нашего первого курса – встряхнуть человека, запустить процессы, энергетику повысить. А потом будет второй уровень, где мы уже пойдем на целый месяц, и будет всего одно задание в день. Когда мы пойдем в глубоко, в осознанность, в понимание того, что нужно, и те цели, которые вы проработали, мы их превратим в план действий конкретный, который будет дальше. Так что я надеюсь, что увижу вас уже и на втором уровне тоже вскоре, когда будем об этом говорить. Хорошо. Спасибо большое. Ну, а вам хочу сказать тоже спасибо. И вот участникам, которые в группе, я вижу, я себе подключила тоже этот мессенджер. У меня не было этой функции, честно скажу. Я человек далекий от вот этих гаджетов всех прочих. И я вот тоже вижу, как люди... активно все это делают, да, это вот, ну, действительно придает стимулы и тоже заряжает. То есть, опять-таки, глядя там на отзывы других, это тоже заряжает, могу сказать совершенно точно. Я правильно понимаю, что вы с банка открытия? Да, да, ведь все правильно. Вы же вскоре уйдете на домашний офис? Ну, пока я не знаю, пока мы ходим на работу. Да вот, ну, как и другие крупные банки, так... вот все офисы сейчас расходятся на удаленную работу, поэтому для нас впереди вообще новая реальность, невозможность общения face-to-face, но возможность видеообщения, когда все эмоции наш мозг должен научиться считывать вот прямо в процессе видеообщения. Да. Так что, ну, в общем, надеюсь, что я завтра не вылечу отсюда. Спасибо большое. Обязательно оставайтесь. Вам буду очень рад вам. Спасибо. До свидания. Доброй ночи. До свидания. Ну что, вот, собственно говоря, наш эфир подошел к концу. Если кто-то еще хочет поделиться, пожалуйста, прямо сейчас быстренько напишите в комментариях «хочу».
Если нет, то, друзья, желаю вам прекрасной доброй ночи. Берегите себя, берегите своих близких. Нажимайте на сердечки, чтобы наш вечер сегодня прошел прекрасно и интересно. Поэтому выполняйте задания, находите время, ищите блоки, ищите возможности. Время всегда есть, его надо перераспределить как энергию. Спасибо вам большое и до завтра. Завтра в 21:00. Открытие сессии 5.